Сосульки и штукатурка угрожают жизни школьников Тверской области. Речь идет о школе номер 3 в городе Нелидово. После публикации в соцсетях, где представлялись подтверждения плохого состояния школы, сотрудники Следственного комитета сами провели осмотр места. Они выяснили, что со стен здания осыпается штукатурка, а по периметру учебного заведения с крыши свисает множество больших сосулек. Следственный отдел Следственного комитета России по Тверской области в Нелидово организовал проведение доследования следственной проверки, по результатам которой примут процессуальное решение.